I don't know if this segment is acceptable for you, but we know that it's working in Romania, Moldova, Uzbekistan, Russia. This is what we call it Lastochka type. So I was expecting that maybe also will be interesting for Ukraine. Lastochka? Yeah. It's a variety in Russia, what they use. Получается, этот, ну, спрашивает, пользуются ли у нас популярностью такие гибриды, потому что это очень часто в Румынии, Молдавии, России, то есть, ну, в России популярна ласточка. No, 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 that's a segment, as we call it, that it's some OP local variety, what is the same shape, but on our hybrid performance are far, far away from... You don't have this type in Union, it's not a popular type. Popular type from Moldova. From Moldova, all four. From. Ah, from. Спрашивают, популярны ли у нас гибриды, я говорю, что это, в принципе, тип такой, молдавское перство, очень часто оттуда как бы сортовые семена. The old, OP, the old sort, it was called Lastochka, so now the type is called Lastochka, but this is a hybrid. Ну, как Винсент объяснил, что, в принципе, говорит, то есть раньше это называл, ну, назывался гибрид, само название гибрида ласточка, вернее, не гибрида, а сорта, и, в принципе, говорит, то есть сейчас это как бы называют такой тип перца даже, ласточка. Very yieldy, thick wall, compact plant. Очень урожайная, хорошая стенка. Thick wall. Толстая стенка. Shelf life, compact plant, good for компактное растение и хорошая как бы транспортабельность. Good for open field and for protected crop. Употребляется как для открытого грунта, так и для закрытых теплиц. Very yieldy, you can see it's очень высокая it's full with fruit. Практически все растение в плодах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.